Сиди пока в рейтинг замене, так. А то представь, тут сейчас 500 гп будут уебывать. Это за все трое леди, которые будут сегодня? Ну что, побьем рекорд, или за каждый трое? По гп, побьем рекорд по гп. Сколько миликов надо посчитать? Так, раз... Дайте столик, пожалуйста. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, РДДшников что, 9 получается, да? Хилы, кто из вас сопрот, кто из ПД пьет? Я сопрот, практически 90%. Я сопрот. Но на леди нельзя сопрот? Нет. Поэтому пока все из ПД, наверное. Да подождите, не кидайте. Может кто почту, пожалуйста, воткнуть? Ставил. Спасибо. А почту? Может, я и озарена свет? Этот шипешник зашел, который с чата. Путь к сердцу женщины лежит через массаж копыт. Поверь моему опыту. Да, ну дайте здорово, мясо, да. Пожалуйста. Ты как, ты хочешь с одним анролом пойти или что тебе? Как? Нет. Как? Так. Третья ячейка в банке. Милики и РТД. Открывайте. Да ебаный, ну не кидайте эту залупу, не обмен. А нахрена тут сопроты? Кинь масло, пожалуйста, одну штучку туда. Так. И сопрот. Кто брал там, тебе записано? Да там журнал. Войти, случайно ПДА взял, можешь? Но... Давай обмен тому, кто случайно СПД взял. Есть тот, кто случайно СПД взял? Нет таких. Нечем палкой бить, боссы. Так, кому масло надо везде обмен? Давай, давайте. Этот приз ты зашел, который... Который этот самый. А кто АП случайно взял? А мне ты нахуя ты даешь? Ну ты это... Что, блядь, мне теперь бить палки? Масло, на СПД. Да не надо мне. Да это же гильдейский, положи их в банк, значит. Да еба. Вот, фиксируй. Фарла, не могу, теперь не могу, блядь. Фарла, не могу, 2 носка. Положить ничего не могу. 2 носка? Ну, у него на П. Так, еще раз. Хотите, как хотите. Все, опаемся, да? Кинь войду их просто. Все, мы обменяемся. СПД, АП кому-то надо масло. Если вдруг у кого-то нету. Кому там на АП надо? Мне что-то на АП отдали 2 банки. Надо бы припотов накрафтить в эту, кстати. Можно для СПД. Я случайно АПшные взял 2 штуки. Сейчас войду отдал. А, не мне за Каспи дашь по 15 голды. Это дороговато. Сопрот. Так, тебе не сопрот, тебе вот это надо. Рома. Да, Ник. Перестань, пожалуйста. Лингрен, у тебя банка на хп есть? Что такое ты кричишь? Есть у тебя на хп банка? На рибу? Полидринку? Ждал. Лингрен, я говорю. Есть, все свое. Ага. Так, чё, ханта там нету? Кто на РНЖ будет стоять? Лево-право. Мистери и второй кто? И ты, да? Ну, обычно я стою. Вот обычно стойте вдвоем. Все, жрите рыбу.
Она что, уже исчезла, бля, я чуть не успел пожрать. И кулаки, Лингрен, Прота. Вот либо не ставь. Вот. Полидрин каски и фарла МП5. Я ни разу не стоял, мне просто стоять и все, да? Ну, ты от луж уворачивайся. Кто стоял, короче? Есть такие? Я на килле стоял, но я там, где мистер сейчас. Кроме килли, есть кто еще стоял? Ну, я всегда стоял слева. Давай я встану так же. Давай. А то там... На десятке стоял. Так. Мне кулаки обнови. Призан сразу, давай призан сразу в хила. Дополнительно. Так, Войт, на бойся ты? Да. Также пускаем его с одной точки во вторую, там, знаете, да? Не обязательно прям сильно, как в метках показывает, можно чуть ближе. Вот, и когда босс чаржится к кружку или везде подходит к нему поближе, чтобы он в рейд не чаржнулся. Ну, или если лужу оставит в рейде, то с нее выходите сразу. Этот шипешник ты в Диси, которого я добрал. Каску по присту... все вижу. Наш лок пришел. Да, там он лок пришел. Поменяй его тогда на ШП, наверное, и все. На шипешник. Да, тогда тебе придется поменять. Ну мы КД пока не повешали, так что... Сори. С пугами закроешь. Ха! Просто чтобы в гильдию взяли, все, плюс гильдейцы. Ну да, тем более такая гильдия, как у тебя. Там, наверное, все получше, чем у нас. На самом деле, не намного. А ты откуда знаешь? Очень много знакомых там. Господи, у тебя, наверное, везде знакомые. Туда шкила взяли. Да? Он, наверное, просто ни в один рейд не попал в состав. Решил с нами. И то она была маленькая. Жри рыбу. Смотрите, как сказали, что ХМ сразу прошел. Ой, поставь на танков метки для хилов. Холит ринг, Лингрен. Вот в первой пати все танки. Кроме Рарника и Биг Дэмэджа. Килы там разобрались, кто на кого частицу кидает, чтобы мы не сдохли. Шаманы там. На паладинов, да, скорее всего, а тебя хилить просто. Да не, пускай одна на мне будет. И щит земли один на мне. Так, все самый готовы? Так, или что-то не заметил. Так, дай отчет. 3, 2, 1.
Bone Spike cast. Опа, чё? А, всем похуй. Лёха, кидай жёлтую джагу. Bone Spike cast. Ревностный будет, там опа, скажете. Хорошо. Там только не нажимайте, Паладин. Опа. Ну, все, пиздец. Мэдфокс, резай его. Уже стоит, ребята. Ребята. Вот Фокс, ты тут? Все, ребро в центр идет. Убав помогу. Bone Spike cast. На шипе стою. Шип слева. Bone Spike cast. Там, если в следующий раз на шипе окажешься, там глыбу сдай, там что. Кого ревностный у Холи Дринка. Перевесь частицу на него. Щит земли на него перевешать, кто держит. Да не с меня надо было, с Лингрена, ладно. Понял. А ты самый толстый изо всех. Вихрь. Bone Spike cast. Служи выходить. Уже на нас идет. Чё же не видели, что? Не ходите, чё вы, блядь, бегаете по ней? Bone Spike cast. Он пойма. Возвращается, сейчас поверну его. Шип слева дальний. Видом, ставь тотем, Геншин гимноману. Равист по Геншину. Водикон по призану. Да ладно. Водикон рависта ресы. Bone Storm cast. Захиль террориста. Равист спирит ареснишь. Нет, равист реснишь, да. Ладно, хорошо. Спирит вставай. Захил спирита, фул баф, каску вам пустила. Захиливаемся. Еще, наверное, один вихрь будет и все. Заебал он, блядь. Быстрее вот эти шипы зергните, сейчас сюда босс пойдет. И уходите отсюда. За спину уйдите. Кто это стоит? Кто это стоит, нахуй? Съебись отсюда. Не валит, уйди. Я там стоял. А нахуй ты там стоишь? Ну, мышка там что такая ебаная. А что клавиатура? Призан, ставь тотем. Шалфир, гимноману. Печенька, шип. Шип справа. На водящем. Серебно стоит. Ревностный.
Лингрена хорошенько хилите. Блять. Хилю, хилю. Пиздец ваша тай. Сейчас, если хуёво будет на вихре, если люди в лужу зайдут, шалфир на хп сдашь. Ну, там на свое усмотрение. 30 секунд, это цель. Что-то мало, и мы снимаем. Шип справа. Шип под шип. Шипы резче играйте, РДД, нахуй, на вихре, блядь. Не, он шотнул. Не босса, а шипы играйте. Ушотнуло, все лежит, значит. Мистери, на рейндж выйдешь. Ё-моё, вы чё, отойти не могли? Простой гимн. Я сам сдох. За спину заходите. Шип слева. Наводящим, дальний. Шотнула танка. Ну все, блять. Незыбку сдал. ПС давай на ману. Шип справа. Ну, шанс только на этом добить, как он называется. На вихре. Там 7 лямов, дохуя 7. Давай, до каплю давайте. Бабл каплю, рарник. По Лингрену тоже. Бабл каплю кто-нибудь, вон фарла. По холидринку. Холидринку. Ну и все свои прожимки отдавай. Сработал. Я уже отдал. Ну осталось только на вихре пробовать добить. Вот на этом. 2 ляма. У нас сейвы там какие есть. Гимноман, если у кого-то есть. ПС, по-моему, КД уже. Инра раздайте вон по хилам. Добьете. Прям, может добьете. Нельзя в шипе давать кулбу. Квест на ребро сделал. Надо расшарить. А, не могу, блядь, забагался. Ребят, останьтесь, там как раз починитесь и тпшнитесь. Тут тпшка уже работает. Ух, какие ботинки, а. Сколько нет? Там осколок, осколок. Осколок есть в ребре. Хуёво очень на ребре. Дохните как бичи, я хуй знает. Пошли трэш бить. Потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. РДДшники вот еще поможет.
Не хочу завтра ждать, пока трэш лестница, типа. Так что давайте сегодня леди надо убить. Сейчас мы убьем. Тут помощника сначала извините. Хо-хо. Эпики, эпики, па. Он дороже распилить, чем правда. Так, значит, Holy Drink на трэше будет на второй фазе. Мы с Лингреном на боссе. Значит, мы с Лингреном танчим здесь. Нет, ты с Костей трэш держишь. Я с одной стороны буду держать. Потому что вдруг трэш отсюда пойдет, чтобы он по рейду не пошел, я его подержу. Пока ты будешь босса держать. А, да, давай. Так, мы с Холидринком, получается, с этой, с правой стороны. Так, ты танчишь в кружке, моб твой, вот этот крайний, к лестнице, и с лестницы моб. С лестницы моба будет гриппать Хукмастер. Хукмастер ты играешь здесь, с этим, с кем, с Холидринком. Вот гриппаешь с лестницы моба, моб с лестницы вот тут выходит. Твоя задача его в кружок грипнуть. Ну и свести в кучку наших мобов и зауешить. Так. У Лингрена там будет 3 моба. 2 фанатика, 1 приверженец. Так, теперь кто чё бьет? Так, Призен в ДД. Геншина обратно. Ну, 2 роги, 2 ШП на этом. Как он называется? На боссе. Теперь слева в ромбике играют 3 лока, 3 совы, маг. Вот вы всемиром, это ваша сторона. 3 лока, 3 совы, маг. Вы играете по ромбику. По приверженцу в первую очередь его зергаете, потом 2 остальных петуха. Здесь, везде в кружке по 4 мобам играют 2 вара, рарник, хукмастер и призм. Вара 3. 3 вара, хукмастер, призм и рарник. Это 6 человек. Вот если в ромбике справитесь быстрее, то поворачивайтесь, помогайте здесь добивать.
ШПшники тоже там, если какой-то способ найдете, там, не знаю, сушение один раз прокастовать в 4 моба тоже можно. Неплохая помощь будет. Ну или какую-то ракету там кинуть, я хуй знаю, чем-то такое сделать. Ну и все, на второй фазе вы знаете самое главное. Вот, кстати, рыба. Самое главное это... Скиньте патча, пожалуйста, блядь. Да, кстати, патч был. Он есть в аддонах. Ладно, тогда вы пока там патчи, хуячи. Я в Долоран слетаю. Там есть папочка, ну в Дискорде аддоны. Аддоны откройте, там есть ссылка. Я архив делал. Как ставить, все знают. Куда складывать патчи. Что через лаунчер нельзя заходить, все знают. Что через рун Ексе надо заходить. Давайте, хуярьте эту хуйню быстрее. Надо это заранее сделать, и чтобы у вас этот патч лежал, сохраните его где-то, блядь, в каком-то месте. И после каждого обновления лаунчером закидывайте его перед Герой. Вадикодр, Вист, Мэтфокс, вы тут? Да-да-да, Равис. Так, короче, Вадикон будет все квадраты. Равист треугольники. А этот Мэтфокс, ты эти месяцы, полумесяцы, луну. Это вы кидаете вихрь. Мэтфокс, ты умеешь кидать вихрь? Не-не, это оставь, все тебе. У меня еще много. Давай, Мэтт Фокс, там сделай, чтобы удобно. У тебя есть фрейм, рейд фреймы? Ты видишь рейд весь? Вот, Вуду, молодец. Если хочешь, я могу тебе макро скинуть. По маусоверу называется. Сейчас скину во флудилку. Скопирую его. Ну или если не будет копироваться, напишешь. Просто наведешь мышку на Вуду, на человека, который контролится. Главное, смотри, чтобы ты в досягаемости был. Там даже не обязательно лицом поворачиваться. Просто даешь, и будет вихрь на него кастоваться. Вон, я скинул флудилку. Этот макрос. Просто мышку наводишь, тыкать ничего не надо. И кнопку нажимаешь. Главное, удобную кнопку поставь, чтобы ты это делал быстро. Все, и будет смерч кастоваться. Здесь у остальных друидов также быстро все. Ну что вы там с патчами? У меня все нормально. Наверс. Мистери. Да, я. На пула всего два, смотрите, роги, ложный выпад по КД, блять, на второй фазе. По КД просто, блять, нажимаем. Вы если сдохнете, это будет очень хуёво. Молитву снимите сразу. От тёмной магии. Да, да, защиту тьмы снимите, там вас не зафиряют, ничего, блять, будете хуярить весь рейд. Аура паладинская тоже? Убрать? Ауру тоже уберите. Рарник Мэтт Фокс. У кого налет, если мана жмете под маскаст, будет очень хорошо. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место. Хольдринг, ты из... вот тут вот в кружке. С лестницы твоей, вот этот приверженец твой. Вот которого грипнул хукмастер, тебе это его заграй. Два ближних леди моба, это мы. Все, контролим. Это заклинание еще не готово.
рефреш 3 секунды. Хукмастер, вот то, что, братан, ты выполняй, просто грипни этого пидора и все, сразу, а не через 10 секунд. Ну, чтобы он вот так вот не жил долго. С треугольника сразу в кружок. Кто его разъебал? Вот Фокс ресы. Мистери СС по Вадикону. Валкар по Рависту. Акилия по... Давай по шестеру, которого резнули, вот это пал. Дровист хук мастера веса. Кто его захуярил? Переводим или как? Нет. Нет, стопайте, еще трэш бьем. Все, отходите от босса, стопните дамаг, один лям. Еще трэш бьем пачку. Эту пачку зергаем. Ты холидринг можешь забрать этого. Все, законтрольте людей, завихрюйте их и в РДД переводите босса. А пулы на воида готовим, вроде. Только смотрите, если что, ваниш прожмите, от босса не сдохните, частицу обновите. Лучше на этого. Давайте переводить. Гера? Да, Гер. Духи готовимся, каждые 10 секунд появляются. Spirits. Вот возле босса. Входим сразу. Все на пылу уже. Костя, забирай. Лингрена можете давать. Контролим людей, фиряем. Возле босса прям. Возле босса, если появляются, сразу убегайте, как мастер. Можешь массейв. Массейв дашь на духов. Вадикон Генш. Вадикон Генш нарезал. Полидринг сдал у нас покров. Два носка. Ложимся, стопаем. Дух. Стопаем хил, стопаем дамаг, ложимся. Spirits. Войдите в духа. Бах. Не работает патч. Не знаю, все работает. Все работает. Ну, значит, открывайте глаза и смотрите за дух. Глаза были открыты, блядь. Только был под стрелой. Спасибо за коммент большое. Ну да, сложно под стрелой, когда он около тебя появляется. Сразу в тебя убирает цель и взрывает. Ну... Открывать просто, а я буду глаза открывать. Так. Это. Лучше не пиздите, лучше научитесь не взрывать духов. Ни при каких обстоятельствах. Стойте подальше от всего рейда. Находитесь там, где вы увидите духа за 30 метров. Если дух появился прямо в вас, по какому-то стечению обстоятельств, то у мага хотя бы блинк есть. Да, тоже факт. Начинайте бежать до того, пока дух не приземлился, пока он еще из леди летит в воздухе. Если вы видите, летит в вашу сторону, то бегите. Даже замедлением у вас будет шанс отбежать. И дух до вас. Да, летит. Единственное, ребята, друг друга не стойте, потому что иногда непонятно, хуй знает, но на кого он летит, на тебя или на меня. Но приходится не одному бегать, а уже двум бегать. Это уже минус ДПС, минус КПС. Ну такое себе.
чуть-чуть отойдите там в шахматном порядке. Тогда будет хоть видно, на кого он летит, и один не двигается, отрабатывает свою задачу, а второй кайтит. Вот. Кукмастер, чего кто? Сдох? Первый раз. А, наверное, от чего сдох первый раз? В смысле, мне взорвал этот два носка, что ли? Да-да-да, он взорвался. Я как раз. А первое это стрела. Стрела, и меня еще кто-то ударил. А, вижу, чума. Там ваншот сразу был прям. Бух, ну да, там увеличивается на макс сильно. А когда в контроль берет, вот таланты игрока прожимаются все, которые на панели есть, или вообще все таланты, которые у него есть? Он старается прожимные прожимать. Это такие как баблы, крылья, старколы, слоны. Ну, они должны быть на панели или вообще пофиг? Без разницы. Пофиг. Вообще пофиг. Бабл он не жмет, он минус 50 жмет. Минус 50, крылья жмет, еще что-то жмет. Да не, просто это, роги, если можете, свою вот эту штуку, что где промахи, вот это. Бланцовый жмет. Бать, а то, блин, я пытался контроль дать, а промах, блин. Бабл прожимает, если других прожимок нету. Эма жмет он. Да, ну много капли он вроде еще тоже жмет. Да надо все в КД, чтобы он ничего не жал. Он, ну, а другой он не жмет. Прожимные, прожимки, кроме тринг. Тринги он не жмет, это 100%. Зато тринги стакаются. Молитву от тьмы снимайте. Что вы это, у кого там на автобафе стоит это, тьма? Кстати, ДБМ должен снимать эту баф на Shadow Protection. Там на стройках есть, но он не снимает, да. Тут работает так, что не может же срезистить. Оно просто уменьшает дамаг. Это Сирус. Да, пиздец. Тут саппорт-то по-другому работает. Че, пинуем пинетру, как ПВП набирает нам? В принципе, можно комплект вещей. Там особое внимание, когда берет Пэса и Шелфиров в контроль, потому что это ШПшники, они мгновенкой могут шотнуть. Поэтому реагируйте побыстрее Локи, кто рядом с ними стоит, обратите внимание. Сразу фиряйте, сразу койл в них кидайте, чтобы они, не дай бог, никого не пошотали. У нас БРов не дохуя. Всю эту хуйню по КД не дает счет. 5, 4, 3, 2, 1. Ебись, все спеллы сдал нахуй в контроле. Тебя.
Вот Фокс Рарника, яснишь через 30 секунд. До ляма доводите, босса. Еще лям подбейте. После этого трэша будем переводить. Вот сейчас людей контролим, самое главное. Все, переводим босса. Ревист мистер, яснишь. Убав по людям. Переводите быстрее. На духов дашь массакру. Лингрен. А Лингрена напуливаю. Сейчас призы по агро догонит и сдохнет. Spirits. Нахуй вы духа взрываете? Вы что, совсем уёбки или что, блять? Я не могу понять. Spirits. Мистери фулбаф. Лингрена не видно в агро вообще. Вы чё? На холидринке ревностный сработал. Ложимся. Так, до бидона. Теперь можно взрывать. Я в ахуе просто. Шалфир, миловица, провист. Я, по-моему, даже двух взорвала. Да. Да, на лестнице. И в конце бидон. Вот после бидона сказал падать. Ты не в сил. Вы осознали бессмысленность своих действий. Spirits. Блять, я даже ради вайпа, сука, их поймать не могу. Него иди прям. Я зато побегу, хочу его убить. Вот они, двое, смотрите, ребят. Входите. Что ты бегаешь? Давай, вроде... умри уже. Давайте еще раз. Я вам попробую объяснить, чтобы понятно стало. Вот без говна, без воды, там, как говорится, блять. Вот если до вас не доходит, что нужно бросить все, ДПС, ХПС, любую хуйню, любые действия, ковыряние в носу, любую залупу на 10 минут боя с боссом, а точнее на 5 минут, когда до берсы остается половина, и отбежать от ебаных духов, от двух, они появляются каждые 10 секунд. Это надо сосредоточиться и каждые 10 секунд отбегать. Это надо 5 секунд стоишь, 5 секунд бежишь. Если до вас это говно не доходит, то пиздуйте нахуй отсюда. Потому что я еще час посижу, посмотрю на это говно, и мы просто перестанем в геру ходить. Придут в гильдию люди другие, нахуй, 230-х. Я лучше поодеваю нормальных людей, нахуй, кто не хлопает, нахуй. Я буду лучше их год, сука, одевать и приду сюда нормально уже, нахуй, играть. Если вы, сука, не начнете отбегать, блядь, мы часик еще сейчас посидим, и на этом мы в геру перестанем ходить. Будете, сука, на циркуле играть, где духи по 8 тысяч хлопают, нахуй, их по 3 сразу хлопают, блядь. Топовый сервер, говоришь? Как раз для нас? Все, погнали, пацаны. Да, там у леди хп 14 лямов, нахуй. О, вообще изи все. На УВОВ гоу. Вроде паладин танк есть. Не, лучше тогда на УВ как раз скоро патч выходит. А там, наверное, вообще по ТВК, наверное, будет дамажить. Погнали на УВОВ, там духи не работают. А УВОВ до сих пор работает? Да, я что-то заходил туда месяца два назад, там 3 человека онлайн было. А на какой? X125? Угу. Мне тоже на X125 до хера там. 4 без перса. Ну тоже.
Ну все, должно убить. Третья попытка. Все. Сыграли. На разогрев две попытки. Я смотрю, вы любитель анонизма, да? Разыгрались, все. Согрелись, пальцы размяли. Должны убить. Чего тебе не хватает-то? Один хуй тему бафают, да? Понял, блядь. Да, снимите опять, ребят. Раздача ГП будет генетический прогресс. Ну, бафните, пожалуйста. Ну, ща еще такой вайп, нахуй. Будем по 200 хуярить. Шмотка 400 ГП стоит, так-то наказание 100 ГП небольшое. Интеллект там, говорят, что-то не бафнули. Уже бафнули, спасибо. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Главное, подъебало к фанатику не заходить. Бидон, это законтрольте. Равис в контроле. Трэш. Не убейте игроков. Трэш. Блять, хукмастер, так сложно грипнуть, что ли, тебе в кружок этого пидора? Побольше по леди сейчас поиграйте на 5 секунд. После этого трэша переводить. Трех приверженцев разъебывайте в приоритете. Перевели. Перевели, вижу. Пошел на босса. Ер, дайте. Духи побежали. Вадикон топу ресы. Духи. Холи дринк, ты где? Бегу. Топу захильте. Бежали от духа. Забрал ли? Все, на пылы на Лингрена.
Ты разбил меня. Ты расшубил меня. Стою камнем. Вот Фокс Генши нареснишь. Два носка, что-нибудь инвиз какой-нибудь уйди, сейчас тебя леди будут хилять. Духи побежали. Ледринка прохильте. Че, Геншину фулл баф. Блять, за что? Все, ложитесь, нехуй бить. Это пиздец. Трэш никто вообще не бьет. Зато людей бьют свои же, блять, контролы. Да, блять, один падаем. Блок меня нахуй стрелу хаоса на 34к, еба. Ну извини, я не специально. Фесса дотку кинула, она ударила, блять. 2, 3, 9, 700, нахуй, 4 еще сверху. Одно ебучее. Ну, дух жёлт. Только один. Сейчас тут остается разбирать, кто кого убил в контроле. Дух только этого дикона. Он дух бежит. Давайте. Блин, еще не убили, да? Да, я хуй знаю. Нахуя вы тело покидаете, пока еще босс не сойдился? Все, можно. Что это за привычка такая? Так, игра багается, вы же знаете. Хотят перезаходить лишний раз. Да все втыкается. Давайте, кто кого убил? Если человек убил в контроле вас, то это значит, ему не успели дать контроль, и он вас захуярил. А если человек, если вы человека законтрольного убили, то надо вам вхуярить ГП. Лично меня убил законтрольный челик Мистерио. Лок. Не Мистерио, а Мистер Лэнд. И не Челик. Не похуй, будешь Мистер. Не Челик, а человек. А хуманоид. Зандалар ебучий на 34к урона дающий. Тебе повезло, что на 34. В прошлый раз 61 было. Он мне 34 через минус 50 хуячил. Мне тоже через 50, блядь. И защиту. А в этом припоты такое, он жмет? Интересно. Нет. Не? А, ну вот везет. Только скиллы эти близзардовские, все. Да. И то прожимные. Сейвы, там дубовые кожи, все. И вот то, блядь, такое. Этого хватает, чтобы убить. Да. А вот болты там всякие. Блять, он по такой логике все поты мог бы в рюкзаке поюзать. Ну да. Представляю, компьютер такой выбирает, какой бы припод сегодня выпить. Рэп поставил. И начинает ПКД вот эти БКшные по 400 голды. Кстати, как вариант зелья цепенения. В тебя дух прилетел, ебать, да. Круто придумал. Потом стоять 2 минуты АФКшить. Ну, так и все. 30 секунд. Там дамага 6000 оно впитывает, и оно от одной стрелы сразу бегать начнет. Да, и там же вроде 30 секунд. Пока меня не встаешь. И ловишь духов как раз. Ну да, дух рейд шот это весь. Даю отчет. Гайд вайп рейда. Фазы, не забывайте трэш бить. Слышали, ребят? Чего? Не бить трэш? Бить трэш. Yeah.
Убейте его. Вы осознали бессмысленность своих действий? Вы гоните. Как сдох ты на стресс? Мистери, законтрольте. Давай ровись по на стрессу, пар. Баф по нему. Кинул каску. Девять, восемь. Это приверженца. По боссу переводите. 5. Все свичимся, все милики пошли на босса переводить. Весь рейд босса. Тех мобов слева забили, босса переводим. 15 секунд у нас. На войда на пол готовим. 10 секунд. 9, 8, 300, 1200. Нормально успеваем. Я она скользит нахуй, это не я ее веду так. Spirits. Духи готовимся. Духи возле трэш. Трэш, помогите убить нахуй, потом спокойнее боссы будут бить. Духи побежали. Змили дух! Ебашу. Пожалуйста, дух. Круг. Духи каждые 10 секунд вот появились возле леди. Бежим. Просто бегайте от них и добьете босса. Сакры по КД просто давайте и все. Геру можно. Геру нужно. Да, вот. Да, Геру. Вот Равист хлопнул. Минус 3. Пытаемся, да? Или хлопнем? Да, пытаемся. Играем нахуй. Видите, нахуй, блядь. Теперь ложимся после призона. Вот между призоном и ровистом людей в контроле поубивали, да? Так, ровист, призон. Все, ложитесь. Духов, духов, ребят, в духах. И пожалуйста. А, точно, ловим дух. Ебой, 20 тонн. Стой, блядь! А у вас есть этот? Кто? Мозг? Да, мозг. Что такое? Вы видите трэш, который мы бьем? Что он вообще не сливается. И что ты сейчас, по 200 ГПМ бахнешь? Да, пока по сотке там. Ух вы. Че, по 200 хочешь? Ну, это жестко было. Не, не надо, да, жестко это. И, пожалуйста, снимайте все вот эти престовские, что там бафает, лапку. Вот два раза только что ферял Святоса.
еле вот его зафирял. Вот он бы сейчас он раз в кого-то ёбнул, второй раз он бы ёбнул и все, и уже бы не выжили. Ему надо еще ярость берсерка в КД повесить. Да, ярость берсерка. Вы по КД сливайте ее. Вот что он бегает, наверное, а не фермер. Вы ее выставите отдельно, вообще, чтобы ее видеть постоянно, либо. У нее КД, по-моему, 30 секунд, если не ошибаюсь. 20. Или сколько? 20? Ну это Сталан там. Или что, реально 20? Ну, Калинка, 20. Но ее перед контролем надо сдать. Не, но все равно. Не, можно сдать это. Но... Потерял со второго раза. И еще и с собой спокойно сдать. Ну, я даже вон кош не прожму. Через кош проходит контроль. Давайте без воды, блядь. Нет, ты кош все равно нажимай. Я нажимаю, но все наши равно. Наши контроли через свой кош не проходят. Ладно. Чего так духов боитесь-то? Ну, потому что дух приходит, до человека доходит, и это минус 5, это вайп сразу. Нет, я имею в виду, вот игроки начинают там что-то паниковать, убегать, что-то. Дух ебашит за двух. Сделай шаг. Он если на тебя идет, ты увидел, что он на тебя не. Ой, как увидел, что он не на тебя, бей дальше и там хиль. Помимо духов. Помимо духов, тут еще есть контроль. Надо контролить людей. Ну вот, да, и контролить. А тут вижу, некоторые духов прям убегают за 3-9 земель. Плюс трэш. Да, плюс за трэш забывает. Трэш первоначальная цель ваша. А, те, кто рядом стоит. Не забивает никто, блядь. Типа контроля нет по людям, нахуй. Человека контролят трэш, нахуй. Трэш не, бить нет, я, не могу. Я не могу, я отхожу, нахуй, просто, блядь. В итоге, помимо того, что я отхожу, у меня, нахуй, еще, блядь, гнев на 38 тысяч прилетает, блядь, нахуй, я умираю, блядь. На прошлом трае, нахуй, у меня, блядь, чума, нахуй, от пресса прилетает, блядь, я умираю, нахуй, все. Ну, типа, вот вся беда, нахуй. Люди бегают незаконтроленные, нахуй, просто что хотят, то и делают. Че, по 200 без будешь накидывать каждый час? Нет, это за первый босс. А, понял. Просто приход написан. Войт, поставь РДД кого-то справа еще, чтобы на второй фазе тоже трэш бил РДД. Почти все РДД слева бьют трэш. Это, насчет второй фазы, вы там по-другому немножко играете. Там, это, как он называется? Кто с нас? Ну вот три вара бегают, бьют. Рарник бегает, бьет. Потом кому еще? Энху, наверное, неудобно, я хуй знает. Ну, Локи, нет. Там смысл в чем? На второй фазе у вас только одна пачка из трех мобов появляется. Либо слева, либо вот справа. Прошлое, когда я и бил, ну как, бил трэш, еще успевал босса бить. А сейчас вообще даже на босса не переключаюсь. Потому что люди в рейде думают, чудеса тут нахуй в ЦЛК происходят. Они думают, зайду, понажимаю 1, 2, 3 нахуй, и босс упадет нахуй. Но это не так работает. Вы все должны сыграть в этих трех мобов, которые выйдут. Если вы все туда доток понавешаете, то трем варам и рарнику будет проще их добить. Букмастер тоже бегаешь бить трэш. ШПшники дотку киньте хотя бы одну, там, три лока киньте, блядь, три совы, блядь, звездопады, блядь. И поэтому говорю, распредели РДД равномерно, чтобы на второй фазе никто не бегал из РДД со своей стороны. Это Воман, смотрите, у кого агроб. Обгоняет там. Да нахуй их распределять. Нахуй распределять, если появляются духи. Они бегать по всей комнате будут. У вас тут, ну, у вас есть ебучие глаза, нахуй. Трэш слева, потом справа. Слева, потом справа. Духи каждые 10 секунд. Что вам эту залупу? Надо объяснять, как в детском саду, сука, за ручку водить? Или как, блядь, с вами поступать? Пока в рампы вот этим черным вас расставить, блядь. Нахуя вам это не, надо, я, блядь? Не знаю, нет, ты говоришь, типа, все бегают от духов, я стою в углу, блядь. Вот на меня подошел дух, я от него отбежал, я вернулся в углу. Вы должны стоять так, чтобы... Слева, блядь, чтобы что? Вы должны стоять так, повторю, блядь, для два носка специально. Вы должны стоять так, чтобы вы отбежали от всех духов, которые появятся. Это первое. И второе, чтобы вы достали до пачки трэша слева и до пачки трэша справа. Все. Чтобы вы были в дрэнже совы, трех сов, нахуй. Вот как вы должны стоять, блядь. Это вот этот круг нарисованный в комнате, нахуй. Вы не должны за его пределы выходить, блядь. Появились духи, съебались на другую сторону круга. Все, пиздец, тактика, нахуй. Раскройте ебучие глаза, блядь. Контроль, духи отбежали. Контроль, духи отбежали. Трэш появился, убили, блядь. Контроль, духи отбежали. Вот и вся тактика на вторую базу, блядь.
Не хотите играть, нахуй, сейчас закончим. Сейчас мистер из этого трая уходит, нахуй. Я не знаю, как вы будете бить. Даю отчет. 4, 3, 2, 1. Кыш, шаман от меня. Трэш. Фанатик воскрещенный, там РДД в кружке, повернитесь, убейте. Локи, маги там, ебаните его. Только магический урон получает. СС там откатится, раздавайте СС. Мастер, приверженец, лестник. Ну ебать, пиздец нахуй. Вот Фокс, ресы этого. Святос. Приверженцы все зергоните, блядь. Только мили урон там надо. Трэш сейчас выйдет через 2 секунды. Трэш бьем. Мастер отдыхает. Равист хукмастера после контроля реснишь. Стопаем по боссу. 700 тысяч, еще пачку трэша. Хотя что, переводите, нахуя? Все по боссу фулл ДПС. 10 секунд до трэша. 500 тысяч переводим. Ера. Трэш, обратите внимание в ромбе, его надо убить. Spirits. Дух. Все, контролим людей. Любыми способами контролим, чтобы они не убили вас и вы. Следующий трэш вон в кружке будет, обратите Spirits. Внимание. Духи побежали. Зал массакру. На Лингрена напуливаем. Шалфир, уход в тень пока, да. Spirits. Дух. Вадико. В трэше, в трэше. Нормально все. Spirits. Бежим от духа. Контролим людей и бежим. Трэш, трэш, заливайте. Вот. Бежим. Мелизон летит. Вадикон, давай, килли его, рез. Два духа возле леди съебались. Ну, да ебаный в рот, нахуй. Ну вы что, нахуй? Нормально, нормально, все. Дон, вставалка есть?
А пулы на войда даю. Полидринка профиль. Давай пэсса на ману. Ставь тотем бедом, если есть. Контроль. Манера давали чи нет? Да. Да. А может и нет. Может когда. Нету. Контроли были, наверное, потеряли. Ай, блять, валкар нахуй. Пыхи побежали из-под босса. Ай, пулы на Лингрена. Spirits. Бежим. Ну, вмешательство по нему, три вара есть? Все, не надо. По Шалфиру вмешательство дайте. Все, добьем. Ну, вмешательство по Шалфиру даст кто-нибудь вары? Ну, спасибо. И еще потом, как отгоняешься. Ебать, друг. Бля, ну ёпта мать, победный уже был. Жопа походу духа не чует. Он жопой другое чует. Все, ложитесь. Было хорошо до того, как Мэтт Фокс хлопнул. Так, считаем Мэтт Фокс. Ну я один у нас. Валкар. Ирарник. Вы осознали бессмысленность своих действий. Ты не в силах противиться моей воле. Заходить.